Я в громадном пустом пространстве, заполненном светом, всюду разлит свет, пронизывающий меня до бесконечности. Тела нет, я просто я. Я полагаю, что человек должен обучаться самому главному, а именно пониманию момента здесь и теперь. То есть он не должен быть в прошлом или будущем. И вот этот момент предполагает, что любые трудности или просто вещи человек принимает как свою судьбу. Если бы каждый обычный человек мог понять суть этого своего момента, быть здесь и теперь, то он бы понял, что другой судьбы в этот момент не бывает. Момент истины – это то, с чем он встречается сейчас. И, наверное, было бы несправедливо лишить человека любых сложностей в жизни. Поэтому важно, чтобы человек относился к любым событиям, которые происходят с ним, как единственным. Как достичь этого понимания? Необходимо выйти из матрицы обычной жизни, посмотреть со стороны, принять очевидное и продолжать жить дальше с тем чувством свободного человека, быть счастливым от того, что ты есть и можешь все. Но уже не во сне, а наяву.